Привет! Меня зовут Алексей Табурчак, я декан факультета экономики и менеджмента Санкт-Петербургского государственного технологического института. Сфера моих профессиональных интересов – это современные образовательные системы. Всем известно, что инвестиции в свое образование – это надежный фундамент, на котором вы в дальнейшем будете строить свою жизнь. Проблема заключается в том, что мы не знаем, как долго продлится эта стройка и что в конечном итоге мы сможем построить. И все-таки, что нужно для того, чтобы время, проведенное вами в университете, не было потрачено зря? Первое, что я могу порекомендовать, это магическое правило 20-80. 20% усилий дают 80% результата. Правильно расставляйте акценты и планируйте свое время. Второе. Сомневайтесь. Не все, чему вас учат в университетах, есть истина в последней инстанции. 2 плюс 2 не всегда равно 4. Параллельные линии пересекаются. Финансовый кризис 2008 года показал, что многие экономические модели не работают. Большинство компаний, которые входили в топы ведущих рейтинговых агентств, обанкротились. Кто составлял эти рейтинги? Выпускники лучших экономических школ мира. Третье. Ставьте себе только цели, которые вы можете достигнуть. Не надо пытаться бежать к горизонту. Попробуйте бежать к ближайшему дереву. Четвертое. Концентрируйте свои усилия на поставленных целях и задачах. Помните о золотом правиле 20-80. Пятое. Фиксируйте достигнутые результаты. Ведите дневник, в котором отмечаете те цели, которые вам удалось достигнуть. И в заключение мне хотелось бы рассказать историю, которая показывает, как важно правильно расставлять цели. В битве при Арбелах сошлись персидский царь Дарий и греческий царь Александр Македонский. Превосходство персов было подавляющее. Что сказал царь Дарий своим войскам, когда увидел незначительные армию греков? Он сказал: «Идите и убивайте греков». Что сказал Александр своим войскам? Он сказал: «Идите и убейте Дария». Атака греков была стремительна, персы дрогнули, им показалось, что их царь убит, греки одержали блестящую победу. Ставьте цели и добивайтесь их выполнения. Я желаю вам успехов!